Внимание! Проверка оборудования. Всем оставаться на своих местах. Теперь учащиеся средней школы номер 53 и их родители уверены, что посторонних в школу не пустят. В декабре 2023 года по программе антитеррористической защищенности в учебном заведении установили металлодетектор с системой входа по пропускам. Все сотрудники и учащиеся школы проходят через рамку металлодетектора, затем по личным карточкам проходят через турникет. У нас имеется 2 ручных металлодетектора. 8:00, когда начинается первый урок, двери в школу закрываются, и войти в школу можно только использовав кнопку звонка. Также в школе дополнительно установили 32 камеры, кнопку тревожной сигнализации и ограждения. Всего за прошедший год оборудование общей стоимостью около 42 миллионов рублей получили 62 ульяновские школы. В этом году модернизация систем безопасности пройдет более масштабно. Эта программа продолжается. Будет уже выделено, порядка 150 миллионов рублей. Вот. На эти средства будут оборудованы данными системами порядка 209 образовательных организаций. Программа по антитеррористической защищенности в Ульяновской области рассчитана на 3 года. До 2025 года на организацию безопасности в образовательных учреждениях региона будет выделено 370 миллионов рублей. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.